Изящные метровые вазы на балюстраде – визитная карточка Ульяновского областного художественного музея. Фонды музея не попали из коллекции богатой симбирской помещицы, последней из рода Кендяковых, Екатерины Перси Френч. Вазы были изготовлены во второй половине XIX века на императорском фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге. Над ними трудились лучшие модельмейстеры того времени. Все они украшены живописной росписью. В качестве образца мастера брали картины Эрмитажа. Они никогда не поступали в продажи, предназначались только для императора и царской семьи. Но члены царской семьи могли их дарить своим приближенным за какие-либо заслуги или в качестве дипломатического подарка. Как они попали в коллекцию симбирянки, только можно предполагать. Отец Екатерины Максимилиановны был британским дипломатом, представлял британскую корону в Петербурге. И, скорее всего, эти вазы были переданы ему в качестве дипломатического подарка. Все вазы декоративны для очень больших парадных залов. Они полностью сделаны из фарфора, несмотря на то, что некоторые части напоминают золоченую бронзу. Интересно, что парные бордовые и розовые вазы являются основаниями осветительных приборов. К их горловине должен крепиться огромный букет роз из бронзы, в основании которых спрятаны свечники для свечей.